1 ноября 2023 года, примерно в 17 часов 55 минут, на 7 километре 200 метров автодороги Калининград-Мамоново со стороны города Мамоново в направлении города Калининграда двигался автомобиль Mitsubishi под управлением водителя 1943 года рождения, которая совершила наезд на пешехода 1982 года рождения, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, в результате чего пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу снижайте скорость заранее, будьте предельно внимательны и помните, что от вашего поведения на дороге зависит жизнь других участников дорожного движения.